Тверские полицейские проводят рейды по соблюдению гражданами ограничительных мер, установленных на территории Тверского региона. Особенно это касается публичных мест, где возможно скопление людей. К ним, в частности, относятся парковые зоны. Наша съемочная группа отправилась вместе со стражами порядка, чтобы выяснить, насколько ответственно тверичи соблюдают ограничительные меры и заботятся о собственном здоровье и безопасности других людей. По статистике, наибольшее число нарушителей режима самоизоляции выявляют пешие патрули. В зоне внимания стражи правопорядка общественные пространства, улицы, парки и детские площадки. На этот раз полицейские обследовали территорию набережной Афанасия Никитина. Патрулируя маршрут, сотрудники полиции заметили, что на теннисной площадке, которая должна быть закрыта, играют граждане. Увидев издалека патруль, люди сразу начали собирать свои вещи и спешно покидать место недавнего пребывания. Однако стражи правопорядка все же остановили мужчину, который не успел уйти. Скажите, вам известно, что на территории Тверской области введен режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям? Да. Указом президента номер 239 и постановлением губернатора Тверской области... Я не хочу, чтобы меня снимали. Номер 16. Далее полицейские проследовали на детскую площадку. Здесь остановленный стражами правопорядка мужчина на вопрос об ограничительных мерах ответил, что не слышал об указе губернатора Тверской области. Полицейские проинформировали его и попросили предъявить паспорт. Он необходим, чтобы выявить граждан, нарушающих карантин. А после всех процедур попросили покинуть детскую площадку и направиться домой. Если вам это неизвестно, я вам разъясняю, что указом президента номер 239 и постановлением губернатора Тверской области номер 16 от 17 марта 2020 года... Я понял. Пунктом 4. Гражданам запрещено пребывание на детских площадках, спортивных площадках. Как сообщают в пресс-службе МВД России по Тверской области, жители региона не спешат соблюдать ограничительные меры по противодействию пандемии. Выходят из дома без крайней необходимости, собираются группами и далеко не всегда соблюдают безопасную социальную дистанцию. Все это является административными нарушениями. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях грозит предупреждением или наложением административного штрафа. Часто это заканчивается профилактической беседой, однако в некоторых случаях составляется административный материал, который направляется для принятия решения в суд. Полиция продолжит следить за соблюдением введенных правил и проводить профилактические мероприятия. А жители Верхневолжья призывают серьезно отнестись к ситуации. Ведь коронавирус пока еще никуда не делся. И то, как скоро мы с ним справимся, зависит в первую очередь как раз от профилактических мер.